Всем привет, с вами я, Иван Ильич, и я создал еще один мир выживания по Майнкрафту. И, кстати, в этом мире, по-моему, есть одна проблемка. В этом мире нет крепости. Поэтому в дальнейшем я перейду просто на творчество и создам портал, но только без глаз Эндера. А то это будет нечестно. Вот, ну сейчас подожди. Вот так намного лучше. И знаете что? Вот это место мне нравится. Его можно устроить под дом. И, смотрите, давайте еще вот сюда один блок покатаемся. Дом у нас будет высотой 4 блока. Смотрите, давайте вот немного дома сделаем. Да, в принципе, можно даже еще один ряд туда прикопать. Ладно. Не, давайте вот тут все-таки закроем. И вот тут я лишнее поставлю. Ну, в общем, вот. Мне кажется, вход в мою халупу будет вот это. Ну, кстати, реально уже неплохой дом получился. Можно немного крышу, ладно, мы сейчас пойдем выводить деревце и в шахту. Потому что что-то долго. Ну вот еще вот это сломаем. Вот это. Ну и вот так тут поставим и все. Блин, эти два блока некрасивых. Сейчас еще немного. Можно идти добывать дерево. Вот нам самое главное — это саженцы. Ух ты, а что я там вижу? Ледяной остров. Вот, помните, я говорил про ключ генерации? Вот это ключ генерации именно на острове. Правда, поскольку на моей версии Майнкрафт это не получается создать нормально, то приходится в другом немного Майнкрафте создавать. Вот, а поскольку в другом Майнкрафт нет крепостей, но есть вот эти подводные данги. Я, кстати, только что об этом узнала. А, вот, кстати, вот поэтому крепость не заспавнилась. Придется ее самому делать. Потому что, ну, из крепости убить дракона нельзя. И нам надо, кстати, бегом вот забирать. И побыстрее сваливать. А, стоп, кстати. Подождите, я сейчас на паузу поставлю. Да, в дом зайдем и быстренько кое-что сделаем. Потому что я забыл кое-что сделать. А именно это сохранение инвентаря, потому что, блин, я не очень научился играть без сохранения инвентаря. Может, потом как-то попробую. Без сохранения инвентаря мне очень тяжело играть. Поэтому я пока что с сохранением. Но я не совсем про, я такой средний, я норм парень. Так. Вот тут надо немножко землю убрать. И, кстати, это, наверное, будет единственный мир, в котором я буду радоваться земле. Потому что я уже прям хочу побольше земли. Потому что у меня дом-то землянка.
Знаете, такой дом под землей. Продолжаем. Немножко неполадки небольшие произошли. Так, мне кажется, этот песок я зря убрал. Курица? Курица — это будет моей едой. Надо ее убить. Так, идем крафтить дверь. Вот, крафтим дверки. Начнем с этих. Кстати, мне хочется поставить железные. Подождите. Все, продолжаем. Просто немножко, мне кажется, надо было сделать быстренько. Две секундочки. Так. Все. Поставили. А, на мини-двери так будет нормально смотреться, кажется. Ой, точно, я же хотела пойти добывать камень. Вот это пока мы в своем доме не будем добывать, попозже добудем, и меня все-таки смущает этот храм. Я боюсь, что вдруг кто-то оттуда отвлекает, меня убьет. Ну, так. Ого. Я пещеру нашел. Ну так, ладно. Ой, обвал произошел. Ну ничего, заодно и песок добавим. Ой, так. Блин. Ну если что, видео будет короткое, потому что как бы у меня зарядка маленькая. Сейчас сломаем вот эти два блока. Еще один обвал, вы серьезно? Мне одного обвала хватит. Кстати, ночь наступает. Но в принципе это будет не страшно, если нас убьют. Но все равно. О, железо. Я хочу три железка и пойти добывать их надо. Сделаем каменную кирку. Ладно, просто дом купили. Так, мне надо 5 железа и нужно искать алмазы. В принципе, мне кажется, та тропа, где мы нашли железо, она неплохая, и там вполне могут быть алмазы. Ну, как мне кажется. Так. Это сюда, курятно сюда. Так. Что-то как-то подлагивает. Почему-то. Слушайте, давайте. Ух ты. Давайте я поставлю на паузу. На паузу и вернусь к вам, когда наступит день. Вот, все. Наступил день. И я могу отправляться в шахту, добыть 8 булыжника. Ну и железка. Ну, может, даже и больше булыжника. Ну, в общем, 8-то точно мы добудем. Нам печь в любом случае нужна. Короче, добываем железо и бежим домой. Прыгаем вниз. И тут первое железо. Так, булыжник.
Блин, не понимаю, почему лагает. У меня обычно не лагало где-то. А тут вдруг как-то залагало. Так. Вот у меня уже 6 есть. Ну вот 8. Так, все. Пока больше камня мне не нужен. Ух ты. Здесь как будто такая лесенка. Так, с... Ух ты, тут дырка. Давайте сюда. О, железо. В принципе, в этой дырке, мне кажется, собственно, ничего интересного. Ну вот, три железа нам хотя бы. А вот так тут еще больше железа. Мне это радует. Ну, нам минимум надо было три железа. Но вообще, я не прочь от пяти. Ну, тут, конечно, даже больше. С запасом будет. Уголь мы можем не добывать, он у нас дома есть. Мы ведь, помните, лутали подводный данж. Сразу как только появились. Так. Вообще. Насколько я знаю, крепость здесь должна подводная быть. Но у меня вообще никакой. Ни подводной, ни золотой. Поэтому придется мне самому создавать. И, кстати, вначале, когда мы появились, вот у меня была отдаленная камера, я видел эндермена. Но куда-то он сейчас делся. Уплыл, скажем так. Не, мне здесь печка не нравится. Вот смотрите, тут есть, в принципе, уголек. Можно будет там сделать шахту свою, типа. Ну вот. В принципе, что я хотела? Я хотела бы это кинуть сюда. И мне бы сделать сундучок. Сундук мне не помешает. Ой, не туда я его поставила. Я вообще пока что сундук не хотела ставить. Нет, я хочу его поставить вместо вот этих, этой земли. О! Мне кажется, нормально. Так, можно еще немного дом подлутать. Такой незаметный, знаете? Защита от мобов. Невидимый дом. Я даже не знаю, как это еще называть. Так. Что, 5 железа у нас есть, а 5 железа мне минимум надо было. Во-первых, мне кажется, на острове редко овцы будут. Поэтому делаем ножницы. И вот еще у меня 3 железа. Сразу готовим место для железной кирки. Так. Нам надо вот одно. Меньше. Да, меньше это 0. А мы за дерево не вышли. Так, сделаем. Почему они не сделали? Делаем палки. И идем сюда. Давайте вот все остальное, помимо самых важных вещей, мы сложим сюда. А знаете, как можно сделать? Можно вот так. Ой, я думаю, вот так. Фу,
отправляемся на поиски алмазов. Я думаю, мы прямо сейчас за этот заход найдем. У меня вот чуйка какая-то на алмазы открылась. Давайте нюхаем, нюхаем. Вот там снизу где железо. Полюбасу тут будет, я уверен. Потому что, собственно, здесь было немало железа. Знаете, куда лучше пойти, где мне точно кажется? Вон там. Ну, смотри, там есть вниз. В принципе, алмазы снизу. Ой, я куда-то еще ниже упал, чем хотел. Ну, ладно. Я вижу, в принципе, лаву. Лава это что? Шанс на алмазы. Вместо алмазов я нашел золото. Но нам золото тоже пригодится. Ну, знаете, вот это, как мы неожиданно вниз упали, это было реально очень неожиданно. Я вижу обрыв вниз, но туда такие. Пошлите сюда. Мне кажется, или... Это алмазы? Серьезно? Там золото родством. Слушайте, я-то пошутил-то, что у меня чуйка на алмазы. Ну вот я знал-то, что они, наверное, где-то снизу. Потому что они любят там лаву и... Они низко. Я нашел 3 алмаза. Да это же алмазная кирка. А я хочу в ад попасть. Моя мечта попасть в ад. Так, золото. Давайте его добудем. Хочу алмазов. Здесь можно будет воду разлить. Надо было ведро сделать сразу. Ладно, давайте вот еще этот растон добудем. И эти алмазы, которые я только что заметил. И на этом будем заканчивать. Капец. В одном мире мы не можем найти алмазы уже 3 серии. Трус-рус. Ух, алмаз не сгорел. Вот это мне повезло. И, кстати, я уже обсидиан. Знаете, я бы сейчас прям... Да нет! Вы видели, как автоглаз? Блин, алмаз горел, мой алмаз. У меня сейчас было 8 алмазов. Ладно, там было в принципе неплохо пойти. Так, ладно, мы на этом будем заканчивать. В общем, всем спасибо за просмотр. Набираем 2 лайка. Выпускаем новую серию в этом мире. И, в общем, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Иван Ильич, всем удачи и всем пока!